Камчатские спасатели пришли на помощь маме, которую полуторагодовалый малыш запер на балконе. Инцидент произошел в среду вечером в одной из квартир на улице Бахняка в Петропавловске. Самостоятельно открыть дверь женщина не смогла, однако у нее был с собой мобильный телефон, поэтому она смогла дозвониться сестре. Та, в свою очередь, приехала на подмогу, однако открыть входную дверь у нее не получилось, так как та была закрыта изнутри. Было решено обратиться за помощью к спасателям. Приехавшие на место сотрудники МЧС подручными средствами оперативно отворили дверь и освободили молодую маму из балконного плена. К счастью, за то время, что ребенок оставался без присмотра, с ним ничего не произошло, рассказали в спасательном ведомстве.